хочу представить вам императрицу, хозяйку бала императорского мэрии Москвы, Надежду Александровну Журавлеву, очаровательную властительницу Думы мысли современников, которая организовывает эти всесторонние балы. Мало того, что собираются выдающиеся люди нашей страны, танцоры, поэты, художники, предприниматели, военные, офицеры. Здесь собирается цвет России на этом балу, который посвящен 23 февраля Дню защитника Отечества. И она защищает всем сердцем свое Отечество вместе с этими людьми. Я хочу сказать, что в Великой России каждый второй герой, в прямом смысле этого слова. Те победители, которые были до нас и которые будут после нас, они на самом деле, наверное, самые смелые, самые сильные, самые духовные. Потому что всегда каждый человек, неважно, военный или просто гражданин России, всегда отворачивался от богатства, от всего, что может его привлекать в этой земной жизни, и шел защищать свою родину, свое отечество. Балы продолжаются, и та традиция, которая была положена 7 ноября 2013 года, когда этот гостеприимный зал распахнул свои двери для первого императорского бала, когда приходишь сюда, забываешь и о кризисах, и о войнах, и о проблемах, и испытываешь только огромную гордость за нашу замечательную страну, история которой представлена как раз в этом зале. Данного бала. Потому что действительно то, что они делают великое дело. Они посвящают и просвещают нашу молодежь и наших граждан Российской Федерации истории, да, они учат истории, они действительно показывают ту самую настоящую историю, они возобновляют эту историю. И действительно это очень важно, особенно сейчас. Такие балы, они не то что нужны, они необходимы сегодня для нашего общества, потому что они заряжают нас положительной энергией, они учат нас быть добрее, интереснее, и самое главное, они напоминают нам о той хорошей части нашей истории, времен императорских балов. И такие балы, они позволяют, и не только позволяют, они нас заставляют тратить свое время на обучение танцами, для того, чтобы вот на таком балу чувствовать себя настоящим мужчиной. Прости нас, государь, мы предали тебя. Простите, Ольга, Татьяна, Анастасия. Царица Александра новая, следы ваши лики сердце будет, и все простив прославили Творца. Отдали жизнь.
Дорогие друзья, вот только что состоялся Московский императорский бал. Знаете, это удивительное мероприятие, которое одухотворяет и старых, и малых. Ну, некоторые скажут, ну что за старина? Ведь это старина, конечно, почему он называется императорский. Мы как бы возрождаем некоторые традиции той самой имперской России, которую в свое время разрушили 100 лет тому назад. За 100 лет, так сказать, мы оценили все плюсы и минусы предыдущих, так сказать, социально-экономических систем и понимаем, что что-то мы приобрели, а что-то и потеряли. Единственный недостаток этих балов, я вам сказал, то, что они проходят раз в год. Я считаю, что можно перейти постепенно к тому, чтобы эти балы были ежеквартальными, значит, чтобы был зимний бал, весенний бал, летний и осенний, хотя бы вот так, так сказать, вот переведен на сезонный режим, сезонный ритм. Спасибо, друзья.